Всем привет! Сегодня буду повторять челлендж Дениса Семенихина. Вчера мне ребята про него рассказали. Суть челленджа заключается в том, что за 10 минут нужно успеть 40 раз подтянуться и 40 раз отжаться на брусья. Когда я первый раз об этом услышал, я подумал, ну, в общем-то, не очень-то сложно. И не думал повторять это сделать, потому что, ну, как-то вот типа выпендриваться. А потом я посмотрел сам ролик у Дениса и понял сам контекст, в котором он это делал. Денис не тренировался очень длительное время, и ему предложили такое пари. Он выполнил, уложился в 10 минут, но, понятно, ему было непросто это сделать. Весит он там 101 килограмм. И я подумал, что это, в общем-то, достаточно мужественный поступок с его стороны, будучи не в форме, попробовать сделать что-то такое, за что потом, вероятно, он бы получил какой-то негатив в комментариях. В общем-то, я почитал комментарии, да, там пишут многие, что это легко сделать. Для тренирующегося человека, который не очень много весит, наверное, это сделать не очень сложно. Но, как правильно сказал Денис, оценивайте не меня, а оценивайте себя. Вот, то я решил, скажем так, встать на его место. Мой вес примерно 76 килограмм, а у Дениса 101 на момент выполнения этого ролика. И я решил его, так сказать, поддержать. Попробую с утяжелителями весом в 25 килограмм, попробую сделать то же самое, так сказать, встать на его место. И у меня нет совершенно уверенности в том, что я справлюсь лучше, чем он, или хотя бы уложусь в это время. Поэтому посмотрим, сейчас пойдем взвешиваемся, взвешиваем утяжелители и начнем. Такие вот у нас не калифорнийские весы. Вот даже 77 показывают, 77300. И у нас есть вот такой жилет. Сейчас мы его сюда положим. И манжетки. Еще на ноги. Так, ну вот где-то 24 килограмма, во мне 77, ну и примерно то на то и выходит. Сейчас одеваюсь и пойдем к месту исполнения. Ну, это будет тяжело 100%, но это, даже если я не успею, это будет хорошая тренировка, как минимум. Собственно, наверное, в этом и есть смысл всех таких роликов фитнес-блогеров, в том, чтобы вдохновить кого-то на какую-то физическую нагрузку и попробовать. Сейчас я включу секундомер. Поехали. Там подтягиваться можно разными хватами. И любое количество повторений проходит. Раз есть. Двадцать.
Последний не считается. Как-то я слишком резво начал, прошло 3 минуты, у меня половина, но как-то так, тяжеловато идет. Сейчас планирую хотя бы минутку отдохнуть. И продолжить. Тут у нас уборка в зале идет, поэтому за звук извиняюсь. Сейчас, наверное, звук выключу и дальше пущу музыку. Неудобно, дышать тяжело в этой штуке, да, на грудь. 5 минут прошло. Минут 15 секунд прошло, 30, или сколько у меня, 25 у меня есть, 15 осталось. Нет, у вас вроде бы 30, потому что вы 2 подхода сделали, тогда было 20. Thank you.
7.50. Я сбился со счета. Но буду делать до конца, потом пересмотрим. Вот почему говорят секачки тупые? У нас кровь отливает в мышцы от мозга. И даже считать тяжело становится. Сейчас пересмотрю. Мне кажется, я сделал чуть больше. Вот. Сейчас пересмотрим, точно скажу и отдышусь. Но даже если больше, то я успел в 10 минут. Сейчас посмотрим. Сейчас пересмотрели, я действительно затупил и сделал за... Так, за... Опять туплю, видите? За 8, сколько я говорю, 52? За 8.52 я сделал 40 раз, потом забыл, сколько я уже сделал. И за 9.58 я сделал 45. Что хочу сказать. Денису Семенихину при 100 килограммах это было действительно тяжело. Если бы я полтора месяца не тренировался, я бы, наверное, тоже не уложился. Ну не тоже, Денис уложился, я бы не уложился с этим весом. Вот, так что отличная тренировка, не назову это челлендж, отличная тренировка. Попробуйте тоже сделать, напишите ваш результат, ну и напишите, может вы тоже какой-нибудь тренирующийся воркаутер, например, вам тоже, наверное, надо довешать для себя до 100 килограмм и попробовать это сделать. В общем, спасибо за просмотр, спасибо Денису Семенихину, наверное, самый уважаемый блогер спортивный, которого я смотрю на ютубе, на русскоязычном. Так что спасибо за просмотр. Пробуйте эту тренировку. Всем пока.